одно средство массовой информации тебя включило в список экскортниц. Насколько я знаю, вы решили их наказать, и за эту клевету они жестко поплатят. Конечно. Во-первых, это идет по уголовному кодексу как раз клевета. Плюс еще мои гражданские права, честь и достоинство, то есть мой адвокат Сергей Жорин будет защищать меня в суде. Мы точно накажем всех тех, кто распространял такую информацию, не проверив ее. Естественно, информация лживая, неправдивая и не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Какие чувства ты испытала? Это ужасные чувства, потому что я чувствовала себя так, что как будто я с этой проблемой одна, и мне никто не может помочь. То есть я абсолютно беззащитна. Я абсолютно ничего не могу сделать с тем, к чему я не имею никакого отношения. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио.